Сегодня в производственном объединении «ЕЛАЗ» побывали представители полусотни компаний российских железных дорог. Сотрудничество «ЕЛАЗа» с РЖД началось год назад. Вот этот автомобиль, сконструированный елабужскими машиностроителями, применяется в ремонте железных дорог. Она может проехать как по обычным дорогам, так и по рельсам. Пока только 5 филиалов РЖД оснащены этой машиной, получившей в народе название «Летучка». В планах создать то же самое на базе КАМАЗа, значит, специальные машины, допустим, сварочные машины или универсальные машины со всеми, значит, другими надстройками, которые могут и ремонтировать и контактные сети, значит, другие элементы, то, что входит в железную дорогу. Машина великолепно получилась, как была представлена задача, так и выполнена. Но я думаю, в ходе эксплуатации у железнодорожников, может быть, будут еще какие-то дополнительные предложения. Далее делегация побывала на станкоинструментальном заводе, где познакомилась с новыми разработками конструкторов «ЕЛАЗа» и другой производимой здесь продукцией. Кроме этого, на «ЕЛАЗовской» площадке выставили свою продукцию три десятка компаний из Татарстана и соседних республик. Очень интересно. Сегодня экскурсию, и то, что вчера и сегодня мы видели на заводах здесь Республики Татарстан, во-первых, уровень очень высокий, технологии, современные технологии, и если вот обращали внимание в презентациях, то наша компания, наши заводы, компания «Трансмаш Холдинг» уже в кооперации работают с предприятиями Татарстана. И мы эту кооперацию будем в дальнейшем расширять, потому что очень много интересных вещей, которые я здесь увидел. Для акционерного общества РЖД и Республики Татарстан на сегодня есть подписанное соглашение между двумя президентами. Вы знаете, сегодня мы проводили конференцию. Многие наши предприятия могли там презентовать свои возможности. В том числе мы услышали и требования, и желания, значит, заказчика, который должен соответствовать современным уровню безопасности, качества, ну и, естественно, и цена. Они могут совместно общаться, посмотреть перспективы возможного сотрудничества, показать, значит, свои изделия. Я думаю, это очень, как бы, хороший формат сотрудничества, тем более мы это проводим системно. Елазовцы возлагают большие надежды на дальнейшее сотрудничество с РЖД, поэтому они готовы осваивать новую продукцию. Юлия Вареникова, Гульназ Гани, Антон Егоров, Елабужская служба новостей.